Мандат не помог депутату избежать ответственности за пьяную езду. В числе задержанных во время последних рейдов водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, оказался депутат Рязанской городской думы от «Справедливой России» Илья Барсуков. Полицейские остановили его, потому что видели, как он пил пиво за рулем. Слуга народа этого не отрицал. Однако проходить медицинское освидетельствование «Справедливорос» отказался, предъявив при этом удостоверение депутата. Сотрудником ГАИ задержанный, он же член Комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Гордумы, предлагал договориться и заодно резко поменял политическую окраску, представился членом не «Справедливой», а «Единой России». В распоряжении нашей телекомпании оказалось оперативное видео. Может, как мы договорились, я это... Ну, договорились по-нормальному. Я имею в виду, по обоюдному согласию. Ну и что, депутат, не стыдно? От какой партии? Стыдно. От какой партии-то? Единая Россия. Стыдно ли было представляться Илье Барсукову членом другой партии, хотя место в Гордуме он занял именно по спискам «Справедливой России», нам неизвестно. Ни от него, ни от однопартийцев «Справедливороса» комментариев пока не последовало. Наказания за такую ложь в кодексах нет, но за езду с пивом депутат ответит.